Браслеты являются рассадниками вредных бактерий, включая кишечную палочку и стафилококки. Рассказываю. Исследователи протестировали браслеты, в том числе и от часов, чтобы определить наличие на них патогенных бактерий. Ученые проверили пластиковые, резиновые, тканевые, кожаные и металлические браслеты. Почти все из них, 95%, были загрязнены. Бактерии, обнаруженные в исследовании, были обычными кожными обитателями и кишечными организмами. Стафилококки жили на 85% браслетов. На 30% обнаружили синегнойную палочку, а кишечные палочки жили на 60% проверенных браслетов. Самые высокие показатели стафилококков обнаружены на браслетах у посетителей тренажерного зала. Так что делайте выводы и помните, что дезинфицирующие средства убивают 99% всех бактерий в течение 30 секунд на любых браслетах, вне зависимости от их материала.